У фигуристов в гала-концертах существует давняя традиция предоставлять право выступить в показательных выступлениях своим фигуристам или своим дуэтам. В данном случае Оксана Климова и Саша Паламяки, танцевальный дуэт из Финляндии. Они заняли в итоге 22 место, но выступают в гала-концерте. Оксана Климова, московская фигуристка, выступала раньше как одиночница. Ну, Паламяки приехал из Финляндии как сани, и они образовали танцевальный дуэт, который сейчас выступает за Финляндию. Звучит, наверное, самая известная композиция ирландского музыканта и композитора Криса Дебурга «Lady in Red», «Леди в красном».